Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Насекомый, и мы начинаем играть в игру под названием Risk of Rain. Эта игра вышла 2 дня назад. Создайте профиль. Ну, все. Ну, вроде все, я все настроил, и мы начинаем играть в эту игру. Погнали. Если что, как я помню, эта игра такая, ну, такая хардкорная, конечно, и там быстро-быстро надо все проходить. Ну, начнем, короче. Ну, у нас есть такой персонаж, как воин. И здесь обзор есть, навыки, снаряжение. Ну, я не хочу это все обозревать. Ладно, готово. Давай легкие возьмем и готово. По гайдам там сказали, что сначала надо лутать. Лутать все. Лутать. Так, у меня денег нет. Ой-ой-ой. Там враг приближается. Стреляем в упор. Что за М1, что за М2? Я не понимаю. Уйди. Короче, смотрите, вот это время ешь. И чем больше я в эту игру буду играть, тем хардкорнее эта игра становится. Потому что не надо медлить, вообще не надо. Надо все быстро-быстро все делать. Ух ты, уже голем появился. Дайте мне хоть что-то сделать. Не умирай! Так, что можно сделать? Я ничего не могу открыть, у меня хп мало. А-а-а, стреляй! Хоть что сделай? У меня мало хп. Давай-давай, быстрей! Прям кучу эмоций, у меня прям куча. О, гитара какая-то. Ну, возьмем тогда. Так, на, вот этот ящик откроем, короче. Откроем, давай, открывайте быстрее. У меня мало времени, так, дикой бомба. И что? Мне это что-то даст, вы скажите. Так, хватай, давай, быстрее возьми. А, это турелька. А, деньги. Ну, деньги нужны. Давай, стреляй, главное не умирать. Там голем то. О, уже какой-то огненный какие-то пришли. Так, деньги возьмем. Давай, вот это, и где ящики, и где ящики ходят? А, вот нашел. Например, и что тут? Что я сделал? Что? Уже босс, не умираю. Я босса включил. Не хочу умирать. Не хочу. Ящики лутай. Простреляем. Хоть что сделать надо. Раем. Так, какие-то шарики у них просто. Сильно, конечно. Игру я очень прикольно, конечно. Так, стоять, не стрелять. По мне. Убивайте меня, пожалуйста. Не убивайте. Я зарядить не могу, портал. Только из-за босса, босса. А, ну и... Это не босс. Это какой-то не босс вообще. Что? А я где? Куда я попал? Что? А, ты кто такой? А, здесь заново надо копить. Не хочу умирать. Шарики, хватит ко мне, приставай. Я вам что-то делал, что ли? Он что, апгрейд делает, мне кажется. Я сейчас просто нормальные плюшки просрал. Ай, ладно. А, да ну снова турелька. Мне не нужна турелька, мне ящики нужны. Ящики. Это что такое? Еще какой-то предмет. Так, короче, этого убиваем хотя бы. Мне деньги не нужны. Деньги. Я заморожен. О, все нормально. Я живой. Ладно. Так, они хотя бы турельки не убивают, это хорошо, конечно. Как-то разрывается. Я не понимаю. Маркас, который убивает или срывает тому подобное. Ящики нужны, где все ящики? О, уже сложить среднюю уровень. А, это алтарь, понятно. Это ящик. Ой, да ну это не ящик. Так, это что такое? Что за палка? Чё ящик? Я хочу только ящики. Чё? Ящик. Еще ящик. Турелька вторая. А, скоро 15 минут. Жесть начнется. Вот это... Да ну уже босс. Здравствуйте, босс. Так, где вы там ходите? Ой, здравствуйте. А что тут делаете? Я здесь бомж. У меня энергетик какой-то и какой-то говно еще. Давай. Умирай быстрее. Шарики какие-то огненные. Боже, сложность средняя. Вот это урон я пчеломак. Трейка у меня. Так и мало хп. Мало хп. Говорит человек, которому еще не умер. А, все, пчеломак туда. Давай, умирай-ка уже быстрее. Жалуйста, уйдите от меня. Давай, попадаем при нему. Давай, пошли туда. Я улетел. Снова. Ой, какой-то снег у меня. Ух ты ж, какой-то огненный нахуй. А, это мины, понятно. Вы кто такие? Я вас не звал. Быстрее надо арену найти как-нибудь. Быстрее. Уйди. Ты что такой жесткий, я не понял. Это что за вентилятор? Ой, я зачем-то упал. Ты кто такой? Я не понимаю. А, у меня очки. Сильно смотрится. Ты смотришь. На меня смотри. А, арену нашел. Все, арену нашел. Давай еще можно веселиться. Магмовый червь. Дали вы мне какую-то пчеломатку, что ли, они.
Ой, давай на вас нападем хотя бы. Нападаем, не нападаем. Ой-ой-ой, ты что за динозавр какой-то? Там мне терес какой-то назвал. Пускай периода. Уйди от меня. Снова тересу. Убийца враги взрывает. Открываем. И что у меня попадается? Боевой стяг, самый боевой стяг при повышении уровня. Или начале событий с телепорта, повышает скорость, атаки и движение. А, типа не босс, что понятно, знаешь. Ух, там еще очень сложный есть. Что мне здесь точно убить хотите или что? Я нормально же деньги хотя бы дали. Ты не оборзел? О, да ну. Осторожно следим. Быстро лечим, мне опасно. А, да. Я так и быстро лечусь. Ну, опять ты резко какой-то на меня напал. Динозавры какие-то появились здесь. Мы без динозавров спокойно жили. А вы еще раз и появились. Давайте метеорит сейчас еще вас убьем. Эй, что такое? А, все нормально, я живой. У меня главное хп, какие-то врата. Ой-ой-ой, уйди от меня, пожалуйста. О, ящик. Не, арену сейчас надо найти. Еще уровень сложный. Ну, тяжелый. Карту бы дали, что ли? О, это что такое? Я арена, я не понимаю. Давай. Умирай спокойно уже. И что так? И жалко, что умирает. Я, например, не хочу. Я типа ГГ. О, ящик. Враги все время или более ослабление отмечается. Метка смерти. Получает дополнительный урон. А, понятно. А, очки. Все, я без очков не могу. Медицинский дрон. Уху, у меня еще какой-то дрон появился. И арена. Ну, о, ящик. Мне денег не хватает. Где все выходите? Дайте мне деньги. Так, ящик открываем. Всех. О, давай. О, какой-то кинжал. Умирайте. Так, я не хочу тоже умирать. Я типа ГГ, я уже говорил про этого. И арена ваша. О, ящики. То, чему я рад. Ящики. Я арена. О, черепа возродился. А куда идти дальше? Один маркас разрывается. Где телепорт? Я падаю. Где арена? Я уже говорить устал. Где гребаная арена? Это конец бетки, что ли? Это интересная дверь. Что это такое? Я уже полчаса играю. Как вы не видите, я ищу один портал уже 10 минут, наверное. Арена! Ура! Я нашел арену. О, чевур, какой лед, вы, какой вы, чё за лед, я не понимаю, здесь лава, мрамор, чем тому подобное, а лед, тому подобное, чё делает дрон из-за меня, нет, наверное, на этом закончу это видео, спасибо за просмотр, а теперь всем пока-пока. А, ноги сломал снова.